Книга «Открытым оком», том 16, тема «Вера», вопрос 3101. По каким главным причинам можно вот так радикально изменить свое отношение к миру, бросить все, чем жил, и вдруг поверить в Бога, которому никогда и не молился? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У одного это бывает, как вспышка на пути в Дамаск у Савла, а иной что-то необыкновенное замечает в верующих, читает Библию, испытывает чувство перерождения и решает изменить свою жизнь. Прежде уверовавшие родственники тут ему в помощь. Кавычки открыты. Очень хорошо помню, как я первый раз приехала с сыном Игорем и внуком Максимом на машине в Потеряевку. Приехали мы к батюшке, отцу Иакиму, чтобы взять у него щенка для моего сына, который жил он тогда в поселке Корчино. Сама я приехала к сыну из Караганды, Казахстан, в гости. Игорь со своей семьей уже тогда стремился к Богу. Я же жила мирской жизнью, красилась, ходила без платка. И именно в таком виде я и появилась в Потеряевке. Батюшка, ласково улыбаясь, вышел к нам, а из-за пазухи у него выглядывал щенок. Улыбнулся батюшка Максиму и Игорю, но не мне. Я это очень сильно почувствовала. Меня хватил стыд от моей неправильной жизни. Стало больно и страшно за то, что в моих глазах внешняя красота была на первом месте, а эти люди живут совсем другими ценностями. Очень сильно бросился в глаза внутренний свет, который как будто исходил из сердца, и безграничная любовь. Первое семя Евангелия было положено моим сыном и его женой Галей. Все наше свободное время отныне было посвящено беседе о Евангелии, о Боге, читалось большое количество литературы. Неизгладимое впечатление на меня произвела книга, в кавычках, «Великая в малом». Эта книга перевернула все мое сознание. Я взглянула на мир другими глазами. И вот когда в сентябре 1994 года я ехала в поезде из Корчино в Караганду, а находилась я одна в купе, то всю дорогу размышляла о жизни, о Боге. И в какой-то момент мое сердце наполнилось безграничной любовью к Господу, и я поняла, что нет ни жизни без моего любимого Христа. Я благодарна Господу, что Он коснулся моего сердца. Чуть позже, после моего очередного приезда в Потеряевку, я встретилась с Игнатием Тихоновичем. Он меня поразил своей целеустремленностью, бодрствованием и неиссякаемой любовью к Евангелию. Все его слова, все его проповеди призывали к любви к Богу. Я благодарна Господу за то, что встретила таких людей, за то, что Господь привел меня в такую общину, где живут такие уникальные люди. Я благодарна Господу за все, что Он дает мне, за жизнь в Потеряевке, за мою веру, веру в невидимое, за веру в Иисуса Христа, который отдал свою жизнь за мои грехи. Кавычки закрыты. Глушкова Нила Александровна. В девичестве Черник, поселок Потеряевка.